Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. И скорее всего вы даже не поверите своим глазам, но это прохождение. Ёханый ты бабай, карты в Мунсруфте. Чё-то меня реально прям пробило записать какую-то карту. Я с удовольствием нашел одну очень прекрасную карту, которая называется Майнкрафт для богатых. Суть заключается в том, что бы было, если бы Майнкрафт был полностью платным. А точнее, что бы было, если бы в Майнкрафте присутствовал донат. Сейчас вы все сами увидите, что я имею в виду. У нас на счете, банковском счете, есть 100 баксов. А хотя мы тут даже можем выбирать. Давайте выберем, давайте 100 баксов, хорошо. Мы начинаем карту, опа. А если ты хочешь видеть больше прохождения карт на моем канале, влепи лайкусик, потому что это очень даже хорошее разбавление канала. То было бы, если бы в Майнкрафте присутствовал донат. Первый пункт. Нам нужно выбрать, из чего будет состоять мир Майнкрафта. Да, то есть тут есть просто равнины, которые бесплатные. Здесь есть равнины с деревьями, которые стоят 15 баксов. Понимаете, что просто создать мир Майнкрафта с деревьями нужно заплатить 15 баксов. Горы и деревни, они мне недоступны, потому что я использую просто обычную версию Майнкрафта, мне нужно улучшить версию Майнкрафта. Разные биомы, потом бесконечная генерация убирает бедроковые стены, и потом плюс лаки блоки. Окей, давайте сначала выберем просто бесплатный Майнкрафт, полностью бесплатный. Подземная генерация, обычные камни, железо, уголь, лава, 20 баксов. Редстоун, лапиш-лазурит и золото также недоступно в обычной версии Майнкрафта. То есть, мне кажется, мне нужно улучшить версию Майнкрафта, это какой-то там Майнкрафт Про, но она тоже стоит денег. Хорошо, давайте выберем сначала все бесплатное, давайте выберем просто камень. Опа! Опа! Это все? А, так вот про что он говорил, то есть у меня, я чувствую себя, знаете, как этот фильм «Бегущий в лабиринте». То есть у меня вокруг бедроковые стены, у меня просто обычный Майнкрафт мир и подо мной просто камень. У меня здесь нет ни руды, у меня здесь нет ни дерева, у меня... Подождите, а как мне сделать кирку? У меня на счету 100 баксов. Наступила ночь. Из твоего банк-аккаунта будут сниматься 2 бакса каждые 5 секунд. Налоги. Чё? Апокалипсис через 30 тысяч секунд! Подождите, то есть, вот так выглядит Roblox? Как я знаю, в Roblox очень много донаты. Там нужно за Roblox покупать одно, за Roblox покупать другое. Так, хорошо, а что мне здесь делать? То есть, я попал... Платный Майнкрафт, я ничего не могу делать. Я могу цветочек сломать и второй цветочек сломать и просто рукой задушить этот шашлык ходячий. Как мне нормально, бесплатно поиграть в Майнкрафт? Мне опять нужно платить налоги. Какие налоги? За каждую ночь мне нужно платить по 2 бакса. То есть... Подождите! То есть первую ночь мне дали выжить, да? Первую ночь даже монстры не спавнились. А создатель карты, можете мне заплатить, пожалуйста, чтобы хотя бы даже монстры не спавнились? Алло! Почему мне дали голод? У меня только что за секунду забрали 6 единиц голода, а у меня даже ничего не регенерируется. Сгинь, чистая сила! Да, давай сделаем так. За каждого удаленного монстра я буду платить по 5 баксов, пожалуйста. О, он сам исчез. Чтобы вообще существовать в Майнкрафте, мне нужно платить деньги. Здесь ночью... Да никого сзади меня даже не было, так... О, зато соберем блок, хорошо. Так, быстро, подождите, пока меня никто не убил. Да уйди ты со своими налогами, я ничего не вижу! Дай мне дом хотя бы построить! Вот так. Я сказал, там нет... Налоги... уничтожают жизнь. Меня убили на третью ночь. Так, ладно, давайте попробуем другой вариант. Возьмем долину и деревья, и возьмем что? И давайте уголь и железо тоже возьмем. Так, все! Ёханый ты бабай, у нас еще на счету осталось 65 баксов. Плюс к этому всему апокалипсис через 30 тысяч секунд. А какой апокалипсис? Почему и вообще в Майнкрафте есть какой-то апокалипсис? Мне на самом деле хочется дожить до этого апокалипсиса и посмотреть, что это за дичь-то такая. Так, ничего. Сейчас будет все намного проще. Сейчас у нас есть деревья. Сейчас мы хотя бы сможем сделать инструменты. Поэтому получается то, что мы намного дольше выживем. У меня инвентарь весь заполнен красными блоками, которые...
Чё? Меня только что убили за то... Я не могу складывать приметы в свой инвентарь, потому что это все заполнено блоками, которые нужно покупать. И они открывают дополнительные слоты в твоем инвентаре. Фух, так, все. Вот это я не могу перемещать, это я даже не могу ни купить, ничего с этим не могу сделать. Так, иди сюда! Голыми руками просто, ты смотри! А мне создатель карты дал бесплатную силу на 6 секунд после начала прохождения. Так, давайте сначала опять зарубим деревцо. То есть у меня 9 слотов в инвентаре. Больше я ничего сюда не могу сложить, просто прекрасно. И ночь наступает уже, вот-вот ночь сейчас наступит. Уже наступила ночь, и мне опять нужно налоги платить за ночь, за то, что я... Да иди ты, я ничего не вижу. Так, налоги нужно платить за что-то. Так, в первую очередь, давайте мы хотя бы сделаем меч какой-то начальный. Все, а первую ночь никто не спавнится, да? Ты используешь классическую версию Майнкрафта. Лучше Майнкрафт до версии Pro. Майнкрафт Pro. Слушай, да уйди ты с моего экрана, ёханый ты бабай, алло! Вот видите, как государство сдирает налоги с человека? Я просто стою, с меня тянут бабки, просто высасывают. И вообще, тут террористы бегают. Вы видите то, что уже третий раз подряд возле меня кто-то взрывается, здесь даже никого нет. Да уйди ты со своими налогами, ну ядрик ты колотить. Все, отстань. А, все. А, вот-вот, наконец-то. Да ёхать, да дайте мне пожить, пожалуйста, спокойную жизнь. Я хочу завести семью, я хочу родить детей, я хочу дом построить. Отстаньте от меня. Отстань. Да, я даже не... Они пропали. Но становится все сложнее и сложнее. Да и к этому сну у меня апокалипсис через 20 тысяч секунд. Дайте мне ради бога скрафтить кирку эту проклятую. Пожалуйста, я уже хочу закончить выживать в этом платном мире Майнкрафта. Чё? Какая-то подземная радиация началась. Какая подземная радиация? Вы же с ума сошли? Это Майнкрафт или Чернобыль какой-то? Уйди. Сгинь, нечестная сила! Дайте мне... Подземная радиация закончилась. Апокалипсис через 19 тысяч секунд. Мы ждем, когда начнется этот апокалипсис, или не надо, я не знаю. Все, верстак сюда. После этого кирку. Меня уже просто трясет, потому что я не знаю, что ожидать. Вот это. Иди в сраку! Почему посередине дня передо мной заставился крипер? Вот отстань. Отстань, пожалуйста. Ну иди ты, ёханый ты. Да! Еще один мы заспавнились! Еще и налоги платить! Да! Все, ёханый. Вы чё, с ума не треть колотиться шли? Вы хотите, чтобы я вот это все... Это просто... Хорошо. Если ты хочешь, чтобы я потратил на твой Майнкрафт все деньги, все возможные деньги, 125 баксов, хорошо. Сейчас вбухаю всю мамину зарплату в этот Майнкрафт. Покупаем Майнкрафт с озером. Сколько он стоит? Майнкрафт с озером, я не знаю, 25 баксов. Дальше покупаем генерацию железа, угля и лавы. Еще плюс 20 баксов. Ай, ты ёхарь. За вот это озеро я заплатил 25 баксов. Майнкрафт, так, все, уйди. Короче, у нас такая задача на эту ночь. Я хочу дожить до апокалипсиса и просто посмотреть, что же представляет из себя вот этот апокалипсис. Уже ночь наступила, да я даже ничего не успел сделать. Так, верстак, в первую очередь верстак, во вторую очередь быстренько палочки. Уйдите со своими налогами. Ага, вот так. Все, быстро, еду, есть еда. Овечка, иди сюда, мне нужно... Я с одного удара ее убил, нифига себе. Во вторую очередь мне нужно добыть камень. Подожди, здесь есть вообще камень? Есть камень. Раз. Два. Три. Здесь даже уголь есть. Ёханый ты бабай. А еще... Что выбросить? Выбрасываем вот это. Быстренько поднимаемся наружу. Сейчас опять ночь. Опять налоги. Мне, походу, нужно почку реально будет продать, чтобы рассчитаться с государством. Сколько налогов мне нужно? Иди сюда. Самое главное пропитаться. Апокалипсис через 23 тысячи секунд. Я за этот бассейн 25 баксов заплатил. Сгинь, нечистая сила. Опа. Мы крафтим с вами новый меч сюда и сразу же крафтим новую кирку. Еда, всему голова, как говорит мама, и кормит меня по 10 раз в день. Отстань! Я за это озеро 25 баксов заплатил, ты его попросту взорвал! Ёхарь, ты попал со своими налогами, я не вижу, что вообще возле меня происходит! 21 тысяча секунд осталось!
отстаньте ради всего святого, пожалуйста, дайте мне продержаться. А я же могу дом построить. Дом готов, потому что у меня просто блоков больше нет. День. Фу, все. Вроде немножко еще продержались. Все, меня здесь никакая пописяка больше не достанет. Вы же понимаете, то, что я себе просто сейчас настрою огромнейший дом посередине озера, и никто ко мне сюда не сможет забраться. Опа, опа! Так. Готово. Одноблочный дом. Ох ты, это кто там? Это кто там гуляет? Здорово! Но зато мне кажется, что здесь меня уже никто не сможет достать, кроме государства и его проклятых... Как ты мне на голову спрыгнул? Как он мне на голову только что спрыгнул? Иди сюда! Нет, да. Вот там тебе и место. Вот давай, он какой-то молодец. Как ты Ведь колотить, как они вообще спавнятся возле меня, так мне нужно больше дерева. Этой ночью под землей будет подземная радиация. Какая к бабушке радиация? Так, в первую очередь, что мне нужно? Я знаю то, что здесь есть железо. Есть железо, вот железо. Быстренько мне нужно хотя бы 2 железа для того, чтобы скрафтить себе новый меч. И плюс к этому всему мне нужно еще немножечко угля. Сейчас у нас начнется какая-то радиация. Какая радиация, ёхады ты бабай, нужно выбраться как можно скорее. Так, еще вот этот уголек. Добываем этот уголек и выбираемся. Радиация. Какая... Что значит... Что это было? Идите! Да! У меня... Иди в саку! Пожалуйста! Дайте мне не надо! У меня два сердечка, пожалуйста, я хочу дожить до апокалипсиса, мне интересно, что... Ой, ёханый ты, бабай! Вот что значит подземная радиация, хорошо? Больше я туда не залезу никогда. Мы идем делать себе новый меч. Господи, ты помилуй. Так, не иду я делать никакой меч. Все, я буду в своем домике. Пожалуйста, отстаньте от меня, ёханый ты бабай. 13 тысяч секунд осталось до апокалипсиса. Вы просто, ребята, посчитайте, сколько это 30 тысяч секунд. Иди в саку! Отстань! Человек-пук! Полсердечка. Мне почему-то кажется, то, что я не смогу прожить. Дайте мне, пожалуйста, еду. Следующая ночь будет много ведьм. Мне не нужны ведьмы, пожалуйста, дайте мне отхилиться, пожалуйста. У меня нет еды! Дай пожрать шашлык ходячий! Так, ага, я вот здесь постою, пожалуйста, не трогайте, я ни черта не вижу, у меня... Все, я буду здесь стоять, пожалуйста, не трогайте меня. Свинка. Пожалуйста, дайте дожить до дня. Фух, день. Только проблема в том, что сейчас днем спавнится крипер. Мне кажется, я в этой жизни никогда себе не сделаю меч. Ага. Да ёшкины ты кочерышки, ты меня заколебал уже, честно. Ой, какая радиация! Все, вот и настал мой судный день. Отстаньте от меня, пожалуйста. Вот я прячусь в мое место. Опа, все, вот все, больше не заходите сюда, пожалуйста. 10 тысяч секунд до судного дня. Мы, походу, никогда не узнаем, что такое апокалипсис в Майнкрафте, мне кажется, даже к лучшему. Что там пишет? Да уйди ты! Короче, меня сейчас засудят, если я не выйду из Майнкрафта. То есть я умер, и мне нужно выйти отсюда. Если я вот так дальше продолжу ждать респавна, то на меня просто подадут в суд. Ладно. Как мы поняли, Майнкрафт полностью платный. От того, чтобы пожрать, до того, чтобы, наверное, просто дышать воздухом, мне нужно за каждый глоток воздуха платить по 1 баксу.
Ладно, странная карта, зато познавательная. Примерно вот так выглядят все игры, где присутствует какой-либо донат. Ладно, это просто эксперимент, но это тебе намек, то, что если ты хочешь больше прохождения карт на моем канале, ты знаешь, что делать. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать мои новые ролики. И также напиши в комментах, хочешь ли ты иногда видеть такое разнообразие, чтобы я выпускал какие-то прохождения карт. Спасибо, Булечки, тебе огромнейшее за просмотр. Всем удачи и всем пока. Наверное, хорошо, что я не узнал, что такое апокалипсис. Хотя, мне кажется, в платном Майнкрафте даже за 100 баксов и апокалипсис можно отменить. Поэтому, ладно.